звучат, да, они, вот если бы я не знал, я бы никогда не сказал, что они принадлежат перу одного человека. Первое – это стихотворение, оно называется «Русский офицер», посвящается белой эмиграции. То есть я подчеркиваю, что белой эмиграции, то есть я думаю, что какие-то параллели с тем, что происходит сейчас за окном, с какой-то политической ситуацией, сказать не надо. Они теоретически возможны, я думаю, что их тут нет. Вот. То есть это именно от лица русского офицера тех времен, то есть во времена Красного террора. Георгиевский крест я к сердцу прижимаю, белеет мой мундир в парижском казино. На лицах у невест улыбки не играют, мне в тягость здешний мир и не берет вино. Я русский офицер, в крови мои погоны, болит моя душа, и совесть плачет с ней. Жестокость, как пример, безбожные законы вел дьявол, все круша на родине моей. За веру, за царя погибнуть не случилось. Господь жизнь сохранил, и я уехал прочь. Но, правду говоря, мне не по силам милость. Ее я не просил. Хочу туда, где ночь, Россия, больно мне. Народ уничтожают, обутов кумачом. И жгут твои плоды, поют гимн сатане. Святыни разрушают, с безумным палачом плюют в твои сады. Придет расплаты час, Бог верных не оставит. Низвергнет острый серп и молот прямо в ад. А звезды красных глаз десницу раздавит. Вновь будет русский герб в боях хранить солдат. Песни, обе один слова Олега, но вот та, которая сейчас, это песни, которые слова и музыка Олега. То есть он ее пел, ну, в каком-то смысле я, наверное, спою похоже, но она мне напомнила такую добрую песенку из моей юности. Может быть, «Машина времени» или «Наутилус», но не тот «Наутилус», который Помпилиус, а тот, который ленинградский. Не знаю, может, даже позже я спою ту песню, которую напомнил, но на усмотрение Димы, посмотрим. Песня называется «Отношения». Без хороших людей не прожить.
для себя, все тебе это хочется жить. И я не знаю, когда найду, где потеряю луч надежды. Путь озаряет, как и прежде, в этом мире. Но слово в тимы решений в нас стреляют. Нас убивают отношения. В нас стреляют, нас убивают отношения. Спасибо. Вот, а сейчас я спою песню, которую музыку написал я на слова Олега. Но я так понял, что, наверное, Олег ее пел тоже. Я совершенно не слышал, как он ее пел. Его музыки я не знаю. Вот такая вот ситуация. Так что... Если у него музыка лучше, ну я буду только рад, ну, наверное, тут лучше, хуже, это вопрос отдельный.